Привет всем! Уже давно выращиваем перец и каждый раз, конечно же, стараемся найти какой-то новый сорт или гибрид, но всегда эти все новые сорта или гибриды, они уступали по урожайности или же по размеру плодов нашему перцу. Наш перец оказался вот самым урожайным. Хочу вам немножко рассказать об этом сорте. Замечательном, очень вкусном, красном, толстостенном перце. Вот так вот перчик выглядит на 11 августа. Хороший такой листовой аппарат у него. И плодов тоже достаточно много. Вот такие вот висят перцы. Очень они крупные. Толстая стенка. Ну, где-то она 0,7, наверное, миллиметра. Такие вот хорошие перчики. С этой стороны тоже вот они. Всегда вот он радует своей урожайностью. Посадишь какой-то другой перец, они то мелкие растут, то совсем там по две перчины. И вот смотрите, вот это у нас толстый барон, перец называется, о котором я вам рассказывал. И перец, сейчас я вам покажу, воловье ухо. Смотрите, всего две перчинки. И он совсем вот не хочет расти. Может быть, это в нашей теплице так, ну вот. У него урожайность совсем слабая. Вроде бы он вот на солнышке растет. Ну, вот такая вот урожайность. А рядом вот он, толстый барон, видите, две перчинки. Здесь вот тоже перец нависли. Ветки. Ну, вот они все кустики вот такие вот. С хорошим урожаем. Следующий тоже вот он. Перчик висит. Здесь вот тоже перчик. Здесь вот у него бывает вот такая еще форма. Бывает такая вытянутая. А бывает вот такая вот. Не знаю, с чем это связано. Но это один перец, все. Толстый барон. Поэтому вот от добра добра не ищет. Вот он, еще покажу вам другой перец. Это называется мавр. Здесь всего вот, получается, три перчинки на вот этом кусту. Одну сорвали, две осталось. Вот, по урожайности просто тут намного он меньше. Вот он, толстый барон опять. Здесь тоже вот он с такими вот хорошими прям такими плодами. Вот видите. И еще урожай, видите, завязывает. Здесь еще один кустик, вот тоже он нависает. А вот здесь другой перец, называется белое золото. Все, кропа затянул немножко. Вам показать. Такие вот перцы. Это у нас белое золото. Он тоже по урожайности уступает. У него стенка намного меньше. Его вот совсем немножко мы здесь садим в уголке. А в основном вот он, толстый барон. Всегда с урожаем, с хорошим перцем. И не нужно ничего выдумывать. Вот такой вот перец, толстый барон. Делитесь в комментариях, какой ваш любимый перец. Ну а всем тем, кому видео было полезным, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем отличного урожая и пока-пока!